Ми продовжимо програму «Новидень». Я рада вітати у нашій студії гостей. Це організатори батлу воркаутерів Євгеній Корольков і Костянтин Шаповал. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Рада побачити. Костю бачу із його добрими постійними друзями. Так, Костю, ти завжди з ними ходиш? Ну, да, почти завжди у мене такі є з дому, у нас такі є в залі. Що це таке за снаряд? Як він називається? Він називається паралець. З якою метою він тут у нас у студії? Чи вони? Зробимо для вас небольшой перформанс. Ось так, залишайтеся з нами, бо на вас чекає сюрприз. Це буде видовищний сюрприз від нашого чемпіона. Обов'язково буде. Я звертаюся до Євгенія, тому що у нас у місті дуже скоро з'явиться новий чемпіон чи чемпіони, так? І це ось, я знаю, ви такий паровозик ось цих воркаутських змагань. Що це буде за батл? Ну, я скажу, что чемпион вряд ли у нас в ближайшее время изменится, потому что Костя надолго, видимо, застолбил с собой это звание, потому что он действительно один из топовых чемпионов в мире. Я вот, знаете, в прошлом году я увидел его выступление, выступление его ребят на Дне молодежи на 8-м причале. И тогда меня это сильно так зацепило, что я решил, что этих ребят нужно обязательно помочь им продвинуть их движение, их спорт, для того, чтобы они этот уличный спорт, уличный воркаут несли в массы. И тогда мы и обратился к ним, мы сделали несколько таких выступлений в школе, показали ребятам, какие у нас классные спортсмены. И вот недавно Костя обратился, сказал, что говорит, хочет сделать чемпионат города здесь у нас в Николаеве. И я сказал, давай поможем, организуем. И вот в субботу, в эту субботу 11 числа у нас будет при поддержке Александра Федора Сенкевича чемпионат города на Кубок Мэра. Чудово, Костю, це дуже круто. Я завжди із завмиранням серця стежу за хлопцями, які на майданчиках, добре, що їх багато вже таких майданчиків гідних у нашому місті, ось ці виробляють, витворяють, ось показують ці номери. Хотілося побачити і дівчат. До речі, є в нас в Миколаєві дівчата, які займаються цим видом спорту? В Николаеве у нас девочек нет, которые занимаются этим видом спорта, но в Украине может, есть. Может, ты просто не знаешь? Может, просто не знаю. Ще не вразив ніхто. Вполне возможно, что мы многих наших спортсменов не знаем, потому что мы вот недавно сделали спортивную площадку на Херсонском шоссе, и я вижу, как по утрам приходят ребята и тренируются, занимаются профессиональным воркаутом. И я к ним подхожу, чтобы спросить, они ходят на тренировку или нет. Нет, говорят, сами. Но поэтому у меня закралась такая мысль, что где-то у нас звездочки в городе есть, которых мы не знаем, и они могут показать хороший уровень. А вы вправо виробляєте? Я уже слишком стар. Хлопці вас не запалили. Костя, скажи, будь ласка, в якому віці взагалі? То, чи можна бути старим, за старим чи за молодим для воркауту? Ну, в воркауте нет никаких ограничений. У нас есть даже несколько топовых атлетов, которым уже далеко за 25, некоторым даже за 30, и они, в принципе, показывают неплохой уровень даже на мировых соревнованиях и занимают призовые места. Являются действующими чемпионами мира и имеют очень большой успех в воркауте. Ну, а чем саме тебе привабив цей вид спорту? Він доволі небезпечний, але дійсно видовищний. Ну, это что-то новое, то есть есть такой спорт, допустим, как футбол, баскетбол, но воркаут он чем-то отличается в целом. То есть мне очень нравилась спортивная гимнастика, но в воркауте как бы больше свободы и меньше ограничений. Со школьных времен меня заинтересовали им одноклассники, но потом одноклассники перестали заниматься, занимался я, собственно, один. И после этого я увидел видео в интернете Дениса Минина, вот. И мне понравилось, я продолжил заниматься. И занимаюсь уже более 8 лет со школьных времен. Яка найбільша твоя поразка? Наверное, самое большое поражение – это на чемпионате Украины в Харькове в 2018 году. Найболючіше? Да, потому Чому? Что я целый год готовился, и так получилось, что я попался в первом раунде с их чемпионом и проиграл. Але? Но в 2019 году у нас был реванш, и я выиграл всех и занял первое место. Ось так, тобто цей програш був навпаки сходами до наступної перемоги. А яка найжаданіша перемога? Ну, наверное, это
была победа на чемпионате мира в Вене в 2019 году. Но, к сожалению, не первое, а второе место. Но сбылась моя мечта. Я батлил с одним из самых сильных атлетов. И хоть я и проиграл, но я составил ему очень хорошую конкуренцию. Это все одно перемога? Да, это победа, в первую очередь, для себя. Над собою? Да. Щоранку, щовечора і щодня потрібно крок за кроком перемагати себе. Що можна порадити тим, хто починає цю дорогу воркаутера? Ну, самый главный совет для тех ребят, которые начинают, это не сдаваться, потому что в начале пути всегда тяжело, всегда может что-то не получаться. Я советую им не сдаваться и продолжать заниматься при любых трудностях. Какие бы у вас ни были травмы, какие бы у вас ни были проблемы, все равно нужно продолжать и делать то, что вам нравится. За декілька хвилин ми пропоную продовжити розмову і запросимо наших глядачів ще раз на ці змагання. А зараз Костя підготується і покаже нам те, до чого прагне кожен, хто займається воркаутом. Чи на турніку, чи може і без турніку. Прошу. Легко делается, потому что это делает чемпион. На самом деле в мире очень мало атлетов, которые могут повторить такие вот элементы. Ничего себе, ну это дуже круто. И я думаю, что нашим глядачам потрібно прокоментувати, що це за елемент. Костя босий на студії, нічого, босий чемпіон, але то специфіка виду спорту, щоб не змістився центр ваги, так? Да, Костя, що це був за елемент і чому так складно його виконати? Перший елемент називається full planche, або як його називають ще, горизонт. Full planche является одним из базовых, но в то же время очень сложных элементов, потому что вам, по сути, нужно делать тот же упор лежа, но с оторванными ногами от пола. То есть нужно перевести свой центр тяжести ближе к пояснице за счет силы плечей и удерживать его ровно. Отжимание тоже очень сложная вариация full planche, поскольку требует очень много сил для того, чтобы, в принципе, его выполнить. Вот. Второй элемент – это стойка на руках, она является менее сложным элементом, но требует должной концентрации для того, чтобы удерживать баланс. Круто, дякую. Дякую за такий маленький перформанс. Я думаю, що глядачі зараз аплодують і не тихо, а голосно. І що ми чекаємо побачити, що ми можемо побачити подібне чи щось інше на змаганнях, на батлі буквально вже найближчої суботи? Я думаю, мы увидим там хорошее выступление, хорошее шоу, потому что в Николаеве действительно есть достойные спортсмены. Три победителя этих соревнований городских, Кубок Мэра, поедут на чемпионат Украины в Харьков 1 августа. И вот благодаря поддержке управления молодежной политики вот у нас есть такая возможность отправить их туда. Дякую. Ну і, мабуть, наостанок побажання від чемпіона і від головного судді. Так? Да. Ну, я хочу пожелати атлетам удачі, особливо на соревнованиях. Хочу, щоб кожен з них показав достойний рівень і щоб без травм, в першу чергу. І щоб навіть поразка стала перемогою. Так, да, звісно. Пораження – це, в першу чергу, мотивація к победі. А я хочу пожелать нашему городу, чтобы у нас как можно больше было происходило таких мероприятий спортивных, которые популяризируют уличный спорт, правильные отношения, и чтобы сам город был заинтересован в том, чтобы организовывать, быть локомотивом этих мероприятий в дальнейшем. Дякую вам за цікавий ефір, за корисну інформацію і за маленьке шоу.